Музей Черноморского флота России. Очень красивое здание. Частично выставка представлена в Возном музее на улице. Можно посмотреть даже не заходя. Очень красиво, впечатляет. Что там? Это в самом центре города Севастополя. Такие огромные якоря. А это, наверное, что-то с подводной лодки, что ли? Может, этот люк, который открывается? Хотя я не знаю. Да я так. О, это крышка опреснительной установки скоростнознаменного эсминца. Незаможник. 20 век. Какой мощный. О, ничего себе. Якоря? Велёрные, четырёхлапые, кованные. Буй аварийный, спасательный, с подводной лодки. Снаряды для орудий, линкора «Севастополь». 4,5-фунтовая пушка, гладкоствольная, Турция. Вот этот какой огромный вообще. Что там еще? Прожектор большой корабельный. Красиво. Интересно, с этой стороны можно выйти или только там? Смотрим. О, здесь тоже можно. Мина. Ого. Я думала, они выглядят по-другому. Авиационная. Сет 40 противолодочный.
Самонаводящаяся. А это мина ПМ-2. Донная, противолодочная, якорная. Он такой красивый. Жижа. Зелье черноморского флага города Севастополя.